Еду на своем зверском мышонке в лес. Хочу установить две фотоловушки на таковище, которое я в прошлом году нашел. Но в этом году проблема туда добраться. Нас-то нету. Сейчас ехал по полю. Даже по полю снегоход проваливается, если медленно ехать. На скорости как бы еще идешь, наклоняясь вперед, выбирается. А в лесу вообще нас-то нету. И сейчас вот тут еще через делянку, вот тут полкилометра ехал. Пришлось ехать прямо по дороге, потому что нас не держит по краю леса. А по дороге одни сучки. Сейчас вот остановился, посмотрел, все ли на месте, все ли в порядке, никуда ли не зашла веточка. И вот думаю, ехать дальше, не ехать. Вот тут как бы вот трактор прошел. Еще меня держит. Не держит. А там вообще держать не будет. В этом году у нас нас-то как такового нету. Сейчас, короче, развернусь прямо здесь и оставлю. И придется идти на лыжах. Иду и не дышу. Ребята, идти очень тяжело. Там, где солнце хорошо греет, смотрите, нас вообще не держит. Даже на лыжах проваливаешься. Я еще даже гору не поднялся. Но честно могу сказать, эти штуки, ёршики, работают. Вот такой небольшой наклон сейчас идет. Долгий-долгий наклон. По крайней мере, лыжи у меня не скользят назад. То есть они стоят на месте. Вперед катят, а назад нет. А если бы без ёршиков, сейчас бы я бы тут туда-сюда катался, как на коньках. Все, наконец-то я забрался до места. И первым же делом я увидел глухариный след. Это меня очень радует. Делаю вот так вот кружок вокруг таковища. Ищу перспективные места. И вот замечаю под соснами глухариные какашки. Вот здесь вот много насрал. Вот здесь вот немного. Недолго посидел. Это означает что? Что глухари тут присутствуют. То есть они тут собираются. А может даже кто-то и живет тут постоянно. Глухарь походил, сюда на холм залез и взлетел. Вон, отпечатки крыльев. Еще раз, два, и на третий взмах уже взлетел. Два раза махнул, на третий раз взлетел. Фотоловушку установил, фотоловушка HC-802A. Настроена чисто на фотографии, так как будет стоять долго. И тут аккумуляторы стоят 1,2 вольта. Они сейчас показывают, что середина, средний заряд у батареек. Ну, фотоловушка-то на 1,5, а сейчас там только 1,3. Так что видео я отключил, буду снимать только фото. И будет стоять, наверное, месяц. Потому что я планировал-то еще прийти через недельку, но видите, нас-то нету. Идти невозможно. Но если будет нас, то потом приду и поставлю аккумулятор. Сюда куплю сейчас крип-проводок, штекер. Тут снизу суется на 6 вольт. Аккумулятор у меня есть. И можно будет поставить аккумулятор. Ну, поставил вот на такую вот площадочку открытую. Там вот наверху вот глухарь взлетел. Следы глухаря.
Проголодался, блин. Поставил вторую камеру. Здесь камера HT, блин, 300М, что ли. Это будет стоять фото плюс видео. Видео 30 секунд, так как тут она очень экономично работает. Не как-то, там в два раза быстрее съедает батарейки, это меньше. И вот попробуем заснять глухаря. Подошел к камере, батарейки, естественно, севшие. Сейчас вот хочу подсоединить аккумулятор, посмотреть, что у них там получилось, что-то заснять или нет. 28 файлов, но есть рябчик, ребята, фотки только, рябчик идет. Ну и потом все, потом уже солнце. Вот первая же фотография рябчик после того, как я поставил и ушел. Рябчика вы сейчас видите на экране. Глухарь есть! Фотка глухаря. Перья, вот так хвост, вот так вот, блин, вот так. Камера стояла только на фото, потому что высаживает батарейки очень сильно. А тут стояли аккумуляторы 1,2. Они еще в мороз. Считайте, зима, апрель. Снег по колено. Но глухарь есть и рябчик есть. Ах, смотрите, какой красавец. Обалдеть. А видео вот нету. Но есть вторая камера неподалеку. Вот там фото плюс видео должно быть. Но там, может, и глухаря не будет. Главное, есть фотка глухаря. Ох ты, еще одна фотка. Один рябчик, одна фотка рябчика и две фотки глухаря. Результат есть, ребята. Отлично. О, включилось. Еще батарейки живые. Пол заряда показывает. Значит, ничего не снимало. Так, сюда нужен пульт. Тенечек отойдем. Ну, посмотрим. 10 сработок. Первая, когда я уходил. Вторая тоже, когда я. Ох ты, ребята, глухарчик, глухарчик. Смотрите, и видео должно быть. Есть контакт. О, да. Не уходи. Не уходи, родной. Под камеру давай. Все, ребята, есть контакт.
Ну что, разведку боем провели. Глухаря шугнули. На фотоловушке глухарей видели. Будем ждать ночи. И ночью пойдем. Сейчас пока делаю костер, ужинаю, отдыхаю. И тому подобное. Чай пью. Даже можно 100 грамм выпить за такое дело. Фотоохота уже удалась. Так что я сейчас отмечу. Ну и вам тоже приятного аппетита всем.